Бенедикт, твой первый гол за «Локомотив» и сразу такой важный. Как это было? Вы знаете, я так не хотел бы привлекать внимание к своему голу. Хочу сказать, что сегодня победила команда. Вы знаете, что мы только что отошли от игры «Шальке», где мы, к сожалению, с большой долей невезения пропустили гол на последних минутах. Сегодня я могу сказать, что удача была на нашей стороне. Мы хорошо играли, мы забили этот гол. Взаимодействие между партнерами от игры к игре становится все лучше и лучше. Я очень рад, что мы сегодня создали такой праздник нашим болельщикам. Забили в концовке матча, еще и в меньшинстве. Где нашли силы, вот эту мотивацию все-таки дожать соперника, когда все было против нас? Может быть, дело в том, что мы просто хорошая команда, у нас очень хороший подбор игроков. Сегодня мы показали боевой дух. Мы, конечно, были расстроены вот этим поражением против «Шальке». Хорошо восстановились, очень хорошо поработали тактически, очень сильно выкладывались на тренировках. И тем более, это московское дерби, это была дополнительная мотивация. Поэтому я считаю, что мы заслуженно победили сегодня. И я думаю, что это логичный результат всех наших усилий. Юрий Павлович сейчас на пресс-конференции пошутил, что в следующем матче, может быть, выпустят тебя в качестве нападающего. Ты, если что, будешь готов? Я могу сыграть на любой позиции.